Открытие сразу двух детских садов в одном городе и в один день – такое событие бывает нечасто. Поэтому новоселье дети и родители отметили с размахом. За такое внимание ребята поблагодарили всех, кто принял участие в строительстве детского сада творческими номерами. В новый детский сад «Аленка» пришли сразу 125 малышей. Благодаря его открытию в одном только Бачатском очередь в дошкольное учреждение уменьшилась на 40%. В нашем регионе рождаемость самая большая по Сибирскому федеральному округу. Это говорит о том, что, в общем, ну, люди, наверное, чувствуют стабильность и готовы дальше развиваться, да, и рожать детей. Хотя система образования это определенные проблемы, конечно, накладывает, потому что очередность детские сады очень большая. Надо сказать, что в городе Белово эта проблема была очень острой на протяжении многих лет. Но в этом году беспрецедентно, на самом деле, сделан шаг. Общая очередность больше, чем на 40% уменьшится. Теперь мамы и папы могут быть спокойны за своих чад. Они под надежным присмотром профессионалов. К тому же все оснащение детского сада, от дизайна комнат до игрушек, отвечает современным требованиям. На сегодняшний день, зная проблемы Бачатского разреза, градообразующего разреза, мы 70 бачатских ребячисов Бачатского разреза будут здесь жить и работать, как я говорю, для этих молодых замечательных ребятишек. Я поздравляю с этим замечательным новшеством в городе Бачат. Больше всех открытию Аленки рады новоселы, дети и их родители. Открытие его действительно решает много вопросов. Во-первых, дети не только будут под присмотром, они будут здесь развиваться, обучаться и общаться с ровесниками. Во-вторых, многие из нас, бачатцев, решили проблему трудоустройства. Кто-то вышел на работу на свои прежние места, а многие, и даже, вернее, некоторые из нас, пришли работать сюда, в это красивое здание. Здание действительно соответствует всем потребностям сегодняшнего дня. И дизайн фасада, и прекрасные, красочные, яркие площадки для детей, новая удобная мебель в детских комнатах, в детских игровых, игрушек, очень много разнообразных. Спасибо большое за все. В этот же день новоселье отметили еще 125 беловских малышей. Для них свои двери распахнул детский сад номер 37 «Огонек». Четырехлетний Валера Девяткин в своей очереди в детский сад ждал 4 года. Сегодня мальчик вместе с другими ребятами обживает новую группу. Пави сюда. А что тебе нравится, скажи? Играть нравится здесь? Да, бавится здесь. Благодаря реализации программы «Муниципальный детский сад 2011» в этом году очередь в беловские детские сады сократится на 1000 мест. Мария Дудкина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.